găsit. Sunt Iolanta Mura și urmează emisiunea Business Insider. Astăzi vom discuta o temă foarte sensibilă care ne interesează pe noi toți. Afacere cu taxiuri. De aceea îl avem ca invitat astăzi pe Alexander Kanzler, fondator al întreprinderii Alpha Taxi, cel mai mare partener Yandex Taxi în Moldova. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, что приехали к нам на передачу из Киева. Спасибо, что пригласили. И у меня прям на языке вертится самый главный для всех нас вопрос. Почему при наличии стольких фирм такси порой очень сложно вызвать машину, а если на улице снег и дождь, то это практически невозможно? Ну, главный ответ здесь нет единого ответа как бы на этот вопрос. Он в совокупности, ответ является совокупностью некоторых факторов. Ну, расскажите нам эти факторы, потому что мы все горим от нетерпения. Расскажу. Дело в том, что всегда таксисты работали на балансе двух факторов. Во-первых, это стоимость поездки должна быть адекватной и приемлемой для пассажира, и в то же время стоимость должна быть интересной для водителя, чтобы он нормально зарабатывал. В случае, если бы поездка была бы очень дорогой, все водители были бы очень мотивированы, они всегда бы ездили за каждым заказом, потому что они бы на этом много зарабатывали, но пассажиры бы их не заказывали, потому что это было бы для них дорого. Поэтому существует некий такой баланс этой стоимости. И какая происходит ситуация? В момент час пик, когда сложно вызвать машину, да, предположим, люди из районов города пытаются выехать в центр города, то есть высокий спрос на машины идет в районы города, да, в различных районах, далеких от центра, где они вот в пятницу вечером или в субботу хотят выехать в центральный район города. Высокий спрос в районах на машины и низкий спрос на машины в центре, потому что все туда только едут, оттуда не уезжают. Поэтому дефицит происходит машин в районе и большое количество машин в центре. То есть, когда в пятницу, например, все хотят поехать потусоваться в центре из района в Кишинево, да, то между 8 там, и 11 возникает спрос ехать в центр. В центр, и поэтому дефицит машин получается в районах. Угу. И потом такая же ситуация, только зеркальная, происходит после 11, когда все из центра хотят. Вот человек, точнее таксист, да, взял пассажира в центре, он отвез его в какой-то дальний район города. После этого, чтобы взять ему следующего пассажира, ему нужно опять ехать в центр. Ехать ему нужно пустым, то есть да, без пассажира, то есть бесплатно. Это далекая подача, следовательно, много времени тратит и денег на бензин, и получается менее выгодно. Что же происходит в такие моменты, когда выпадает большой дождь, снег или что-то подобное? Да, что происходит? Так как рынку для удовлетворения спроса такси нужно необходимо какое-то определенное количество машин. Ну, предположим, там в Кишиневе там, в будний день это там 3 или 4 тысячи машин. Ну, например, в момент, когда выпадает снег, необходимость вызвать машину получается не у там, обычных 50 тысяч человек, а у 150, то есть в 3 раза больше спрос. Ну, и, разумеется, эти автомобилисты не справляются. Они пытаются каким-то образом нивелировать свой недостаток времени повышением стоимости. И тогда вот эти знаменитые снегопады в Кишиневе, когда таксисты просили 150 или 200 леев за обычную поездку, которая стоит 20 или там, 50 леев, они это делали почему? Потому что они понимали, что очень высокий спрос, они не могут его удовлетворить, но им очень хочется заработать. И поэтому они, разумеется, самостоятельно повышали цены. Но в Яндексе для этого есть специальные часы пик с дополнительной нагрузкой, то есть коэффициент стоимости. Когда появляются часы пик, то коэффициент стоимости для пассажира растет, и он будет вынужден заплатить там не обычную стоимость, а стоимость умноженную на 1,2 или 1,4. То есть некий коэффициент, который увеличивает стоимость для пассажира, и таким образом повышается привлекательность для таксиста. Ну хорошо, раз вы уже затронули Яндекс, давайте объясним телезрителям, какая есть существенная разница между Яндекс такси и обычной службой такси, к которому мы привыкли уже, наверное. Разница не просто существенная, это кардинально разные службы, если можно так выразиться. Дело в том, думаю, мы ее недопонимаем. Вот вы можете прямо по пунктам нам рассказать? По пунктам рассказываю. Дело в том, что в обычной службе такси существуют некие такие, как бы это можно сказать, переходные моменты, когда от момента получения заказа до момента заказ поступает водителю. Как это делать? Человек звонит на номер телефона, оставляет адрес, куда он хочет машину, куда он хочет поехать на этой машине. После этого это попадает в диспетчерскую, диспетчерская, в зависимости от своей крупности. Если диспетчерская маленькая, то диспетчер, получив заказ, сразу же передает этот заказ своим водителям. Если диспетчерская крупная, она вынуждена передать это таксопарку, потому что у нее мало машин, она же хочет удовлетворить этот спрос. Следовательно, она передает этот заказ таксопарку, и таксопарк уже распределяет заказ между всеми диспетчерскими, и после этого они попадают водителю и водителям, и водители принимают решение, кто хочет брать заказ, кто не хочет. Яндекс.Такси, он же объединяет, он соединяет между собой водителя и пассажира. То есть в мобильном приложении пассажира человек указывает, куда он хочет поехать, и откуда он хочет ехать, где он сейчас находится, и у всех водителей в ближайшем радиусе, те, которые сейчас находятся
на момент поиска пассажира, у них появляется это предложение, и он должен взять это предложение, если он хочет удовлетворить в данном случае этот заказ. Если таксист, например, не берет это предложение, то он идет к следующему, пока не найдется тот водитель, который возьмет этого пассажира. То есть, по сути, это некая... То есть Яндекс не является надстройкой, которая объединяет водителя и пассажира. Это является, наоборот, системой, которая контролирует весь этот процесс и адаптирует его. Опять же, в момент час пик Яндекс таким образом распределяет заказы, чтобы водители, чтобы время водителя тратилось наиболее эффективно, и они переходили от пассажира к пассажиру, не теряя время на подачу. Это, кстати, и отражается на стоимости заказа, почему он дешевле, чем в других службах. Но я читала на странице Фейсбука Яндекс, что у них есть некая цепочка заказов. Да. То есть это значит, что водитель, отвозя кого-то, он по пути забирает другие заказы. Поэтому как бы Не по пути забирает, здесь немножко не так. Значит, расскажите. Как происходит в обычной службе? В обычной службе водитель взял заказ, поехал за пассажиром, взял пассажира, отвез его куда надо, и дальше опять ищет новый заказ. Нашел заказ, опять поехал. И то есть вот так вот происходит постоянно. В Яндексе это происходит следующим образом. Значит, водитель везет пассажира. И пока, когда он приближается к месту, куда он должен, где он должен высадить пассажира, на предмет на расстоянии 1 километра или 1,5 километра от того места, куда он должен пассажира привезти, система знает же, куда он везет этого пассажира, и она начинает искать в радиусе того места, куда он хочет привезти пассажира, заказы для этого водителя. Находит заказ и передает ему, и говорит, вот твой следующий заказ в ближайшем радиусе. И водитель привозит пассажира, пассажир высаживается, расплачивается, и в этот же момент водитель уже знает, куда нужно ехать, уже новый заказ его ждет, и он в ближайшем радиусе. Следовательно, это значительно уменьшает время, потраченное водителем на поиск нового заказа, и во вторую очередь это значительно уменьшает длину подачи. Следовательно, экономится время, экономится топливо, и поэтому заказы становятся дешевле. Но смотрите, я слышала от многих своих друзей, но также от водителей такси, что некоторые подачи им невыгодны, поэтому, зная, что человек едет в определенный район, он просто сидит и молчит, и не хочет его везти. Например, или ему надо на Ботанику заехать домой, перекусить, поэтому он просто отслеживает, кто едет на Ботанику. Есть эта проблема? Нет, в Яндексе нет этой проблемы. Почему? Потому что водитель, когда берет заказ, он не знает, куда едет пассажир. Не знает. То есть он только видит. А когда он узнает? Он узнает в момент прибытия и нажимает кнопочку «Я на месте». У пассажира выскакивает оповещение «Водитель на месте». И пассажир там может сделать так называемую отбивку, типа «Я иду», да, чтобы успокоить водителя, что все, он спускается. То есть здесь еще убрали вот этот вот неудобный момент звонка, да, то есть надо кому-то звонить, переспрашивать и так далее. То есть все это происходит через приложение. И в момент, когда водитель прибыл на место забрать пассажира, он нажимает кнопочку «На месте», и он видит, куда пассажир отправится. Хорошо, значит, доступ есть у всех. Ну, смотрите, у нас есть другие платформы, например, iTaxi, да? Да. Которые, на первый взгляд, некое приложение, нечто похожее на Яндекс.Такси. Поэтому есть ли тут разница существенная или нет? Потому что есть и другие приложения, там, StarTaxi, в общем, их несколько. Приложений много, но их нельзя сравнивать, потому что это совершенно разные вещи. Что такое iTaxi? Приложение iTaxi — это, по сути, та же диспетчерская, только которая получает заказ не в виде звонка, то есть если вы позвоните на номер службы такси и закажете машину, точно такое же происходит в iTaxi. Вы как пассажир, просто вы не звоните, а вы указываете через приложение место, где вы находитесь, и значит, куда вам нужно отправиться. То есть разница существенная, то есть вы, опять же, этот ваш заказ попадает в диспетчерскую, потом в таксопарк, потом распределяется по таксопаркам, и у таксистов нет приложения таксометр, ну, вот как в Яндексе, да, приложение таксометр, которое позволяет им полностью анализировать ситуацию спроса, ситуацию количества поездок, привлекательности одного района, другим районам и так далее. Они просто видят подряд все заказы, которые падают в их приложение, они выбирают какие-то из них. То есть это некая такая односторонняя связь. Если Яндекс.Такси объединяет водителей и пассажиров в одну какую-то общую систему, то другие приложения, они просто позволяют пассажиру вызвать машину не по телефону, а через, ну, не по звонку телефона, а через мобильное приложение. То есть это некоторая прослойка между тем же диспетчером и тем же автопарком. Абсолютно так, дополнительная прослойка. Как я понимаю, вообще по определению Яндекс.Такси не подразумевает наличие автопарка и диспетчерской, да? У самого Яндекса, разумеется, нет никаких таксопарков, диспетчерских автомобилей, ничего нет. Почему? Потому что это мобильное приложение, это сервис, да, так называемый SaaS, Software as a Service. То есть они просто дают некое IT-решение. То есть вот есть решение, вы можете вызывать такси по старинке, а у вас есть возможность вызвать машину более новым таким эволюционным способом. Вы можете вызвать машину при помощи удобного приложения, которое позволяет
предлагают вам быстро найти автомобиль, автомобиль более высокого уровня, приветливые водители, ну, более высокий сервис самого такси, в принципе, и в то же время это более удобное приложение для использования. Есть некоторые моменты, которые кардинально отличают использование Яндекс.Такси от других приложений. Например, в Яндекс.Такси вы можете проголосовать, точнее, поставить оценку водителю, понравилась вам поездка или нет. И эта оценка не будет, как на Фейсбуке, просто неким сигналом для других, хороший это или плохой водитель. От этой оценки реально будет зависеть, будет ли этот водитель в дальнейшем получать заказы. То есть, если у водителя много оценочек, единичек, двоек, троек, то есть плохих оценок, то да, что с ним случится? По пятибалльной системе, система начинает пессимизировать для него показы. То есть она начинает давать меньше ему заказов, чем другим водителям. Если плохие оценки продолжаются, то есть он не вносит никаких изменений в свою машину там, или в свой сервис, то его просто отключают от системы, сама отключает, и он ничего с этим не может поделать. То есть, если машина приехала с вами грязная, водитель был неприветливый, или произошла еще какая-то ситуация, вы ставите ему плохую оценку, то вы можете быть абсолютно уверены в том, что эта оценка кардинально повлияет на то, как он будет работать дальше. Ну, смотрите, я это понимаю. Является ли это тем, что у Яндекса есть, показателем того, что у Яндекса есть некие стандарты? Разумеется. Которым надо соответствовать как машине, так и водителю. Начнем и как они определяются, эти стандарты? Начнем с того, что, разумеется, машина, которая была бы, или водитель, который был бы вне стандартов, он бы не подошел изначально. То есть за вами не может приехать машина, которая старше 10 лет, водителю которого нет хотя бы 3 лет опыта вождения, то есть, ну и прочие показатели. Каким образом это отслеживается этим приложением? Поскольку у Яндекса же нет своих таксопарков и своих машин, как он это отслеживает? У него есть партнеры, как вы. Да, есть партнеры, как мы, но это отслеживает сам Яндекс, а не мы. Каким образом это делают? Есть система, называется НДКК, дистанционный контроль качества, где водитель ежедневно вынужден, точнее обязан, фотографировать свою машину по периметру, все четыре стороны, передний ряд сидений, задний ряд сидений, багажник, свои водительские права и свой техпаспорт. Таким образом, он, во-первых, показывает чистоту машины, то есть ее состояние. Во-вторых, что она не была в аварии, она не бита, не крашена, ничего с ней такого не произошло. И в-третьих, наличие у него прав, что их не отобрали, и наличие техпаспорта, что у него все документы с собой. То есть, минимум он проходит самый минимальный такой вот отбор, фильтрацию, да, то есть попадают только водители, которые в них все хорошо с документами, машина чистая, опрятная и готова к поездке. Вы относительно молодые на молдавском рынке, вы недавно зашли как партнеры. Почему вы рискнули пойти на молдавский рынок? У вас есть некий предыдущий опыт работы с Яндексом, потому что мне кажется, что новый рынок — это нечто такое покрытое тайной. Это покрытое и мраком, вы... да, тайна, да. Покрытым мраком, но в то же время это интересно. Потому что я вообще, в принципе, так как живу в Украине последние годы и занимаюсь в Украине маркетингом, диджитал-маркетингом, и в Украине у меня есть несколько партнеров, несколько клиентов, с которыми я работаю. Они тоже занимаются такси, только, правда, не Яндексом, а Убером. Потому что в Украине запрещены российские сервисы, там Одноклассники, ВКонтакте, Mail.ru, в том числе и Яндекс. Поэтому интересно. Яндекс не может там официально, по крайней мере, официально. Так он существует, осуществляет поездки и так далее. Люди пользуются VPN, потому что привыкли, потому что нравится Яндекс. Но, тем не менее, на официальном уровне как бы он запрещен. И когда появилась информация, новость о том, что в Молдавии появится Яндекс, для меня это стало безумно интересно уже быть не только как маркетологом какой-то компании, который занимается продвижением этой компании на рынке, а непосредственно заняться именно этим, попробовать. И мы попробовали, и это, учитывая мой маркетинговый бэкграунд, оказалось достаточно результативно и эффективно по сравнению с другими партнерами в Кишиневе. Это интересно, но смотрите, может, это вопрос не к вам, но просто смотря историю Яндекса в Молдове, можно увидеть, что он громко объявил о своем входе на молдавский рынок в конце июля этого года. Все СМИ протрубили, что Яндекс в Молдове, что это низкие цены, что это удобные машины, что это приятные водители и что все будет замечательно. Потом последовали новости о том, что некие машины, которые возили пассажиров бесплатно в рамках некой промо-акции, были оштрафованы. Яндекс, соответственно, от них отказался, а потом тишина. И вот мы сейчас уже в октябре месяце с вами разговариваем про Яндекс, потому что если своего собственного опыта, я вам скажу сразу, что, например, тогда, когда он объявил о входе, машину тоже было невозможно вызвать. Да. То есть мы говорим, это не только про службы классические наши, но и про службу Яндекс. Да. Сейчас я смотрю, что более-менее есть шансы, ситуация намного лучше, но не идеальная.
Почему вот последовало такое? Потому что вы же, наверное, хорошо знаете, что если человек обращается в службу такси и получает нет машин, то да, он может отказаться от этой службы такси. Да, конечно. Да. Во-первых, здесь нам, скажем так, дали шанс, потому что очень великое желание попробовать Яндекс, и в то же время, даже когда нет машин, человек все равно пробует второй, третий, четвертый или пятый, десятый раз. Почему? Потому что ниже цена, выше качество, и он готов сначала попробовать Яндекс, получится, не получится, если не получится, тогда пойти дальше, да? То есть у нас есть некий такой карт-бланш по сравнению с другими службами, но что касается, почему активировались таким количеством машин, потому что Яндекс обычно работает с таксопарками, существующими на рынке. То есть, когда он приходит на какой-либо рынок, например, на рынок Украины, России, Казахстана, Армении, неважно какой страны, он приходит к таксопаркам. Все таксопарки в этом городе прекрасно знают, что если в городе появляется Яндекс или Uber, то нужно мгновенно с ними дружить, потому что рано или поздно все равно они покорят этот рынок. К этому рынок. Придут. Да, они все равно покорят рынок такси. Это так же, как если, не знаю, в индустрии гостиниц, если вы открываете себе отель, первое дело, что вы делаете, регистрируетесь на сайте booking.com. То есть вот нечто подобное происходит и в сфере такси. Но молдавские таксопарки оказались не столь дружелюбны, по крайней мере, некоторые из них оказались не столь дружелюбны, и они отказались сотрудничать. И Яндекс был вынужден начинать с тем, с чем он мог начать, да, с тем количеством машин у партнеров, которые были в данный момент к этому готовы, насколько я понимаю эту систему. Вот, следовательно, с тех пор, когда мы открылись, там где-то в начале августа, может быть, в середине августа, количество машин увеличилось в разы, то есть их, возможно, в 5 или в 7 раз больше, следовательно, вызвать машину все проще и проще, и со временем этот момент о том, что вызвать машину сложно или невозможно, будет полностью ликвидирован. Я думаю, что до конца этого года, да, до конца 2017 года этот вопрос будет решен. Мне так кажется. А у меня еще один вопрос, потому что видела некоторые статьи, которые критикуют Яндекс в Молдове за то, что он не вводит банковские карточки. Якобы это уклонение от уплаты налогов и так далее. Мы к этому еще вернемся в контексте молдавских фирм. Но раз уж эта критика существует, у вас есть этому объяснение? Потому что в других странах это сильная сторона Яндекса. Интересно, почему эта претензия высказывается в сторону Яндекса, ведь в других службах такси тоже нет возможности оплаты по безналу. У Яндекса эта возможность есть в других странах, и она обычно по опыту других стран, я могу сказать, что она вводится через несколько месяцев после старта компании на рынке. Дело в том, что сейчас есть основная проблема, это нехватка автомобилей, нехватка водителей, для того, чтобы удовлетворить спрос этого рынка. Следовательно, когда мы ликвидируем, то есть мы как партнеры, Яндекс в том числе со всеми остальными партнерами, ликвидирует главную проблему, это нехватка автомобилей на рынке, он сможет тогда уже вводить новые услуги, в том числе такие, как оплата карточкой, автомобили комфорт-класса или бизнес-класса и так далее. То есть это появится со временем, появится обязательно. Я так думаю, я опять же не могу отвечать за Яндекс, но мне так кажется, что это будет в рамках ближайших месяцев, то есть несколько месяцев, может быть, до Нового года. Замечательно. А вот вернемся к службам такси, у которых вы сказали, что нету этой возможности. Да. Да? Я вот зашла на сайт лицензионной палаты и увидела там буквально 18, скажем, базовых пунктов для того, чтобы выдать лицензию на перевозку в режиме такси, как она называется, согласно законодательству. То есть для меня это большое количество пунктов. И вот вы, как приехавший на молдавский рынок инвестор, что вы считаете, насколько бизнес-френдли является молдавское законодательство в этой области, сравнивая с другими странами? Сравнивая с другими странами, оно, мне кажется, очень недружелюбным, но я не могу в данном случае сетовать на законодательство, потому что, скорее всего, обычно понимаете, как работают законы? Они, скорее всего, пишутся под реальность. То есть, предположим, там есть проблема то, что курят в общественных местах, да, и пишется закон про то, что нельзя курить в общественных местах. Скорее всего, законы, они всегда чуть-чуть опаздывают, то есть реальность и эволюция идет чуть впереди, законы идут за ними. Есть надежда, что, конечно, эти законы когда-то напишутся более правильно. В нашем случае закон вообще в принципе не разрешает никакой другой возможности перевозить пассажиров в городе, кроме как лицензированной службы такси, автомобиль на желтых номерах, с таксометром и так далее. И вот этих вот пунктов для того, чтобы стать лицензированной службой такси, есть очень большое количество, скажем, этапов, которые нужно пройти, и это количество этапов, оно действительно ужасает и пугает. Есть среди этих пунктов какие-то совершенно, которые в голову не помещаются законы с точки зрения их
какой-то, ну, неактуальности, как минимум. Например? Вот. Ну, например... Автомобили в собственности? Или... Автомобили в собственности должен быть какой-то процент. Ну, вот я смотрела, что 20% автомобилей до начала следующего года и 30% автомобилей с начала следующего года должны быть в собственности быть, или в финансовом лизинге. То есть, если вы придумали какую-то очень интересную, значит, находку, вы придумали новое приложение для вызова такси, и вы хотите каким-то образом имплементировать его на рынок, чтобы появились... Вы должны пойти и купить машины. И купить машины. И купить, притом, если у вас 100 машин, вы должны купить 20, соответственно, да. 30 в следующем 30, году. Да, то есть 30 машин вы должны купить. А 30 машин, если хотя бы там по минимуму считать, там самые дешевые, это уже десятки тысяч, значит, евро инвестиций. Ну, да, да? Или, например, еще там, вот, значит, в таксопарке должна быть обязательно машина, которая оборудована под инвалид. Очень интересный вопрос. Прямо перед нашей передачей я позвонила в одну из служб такси, не скажу какую, и я попросила такси для инвалида. Инвалида, то есть который в инвалидной коляске, который с пандусом, все как полагается. Мне сказали, что у них нету такой, но я вчера смотрела на сайт лицензионной палаты, и там один из пунктов есть обязательно наличие такого такси. У меня риторический вопрос просто сейчас, даже не к вам. То есть, а каким образом они получают лицензию, если у них таких машин нету? Они предлагают некие фургоны, некоторые заменительные, но фургон, он предполагает, что я, например, я иду с этим человеком, я помогаю его в этот такси засунуть, да? А инвалидные такси предполагают, что инвалид сам может в них заехать сам. И еще интересный вопрос по поводу собственности либо финансового лизинга. Я вот посмотрела на законодательство Румынии, то буквально тоже вчера быстренько, и посмотрела, что, например, румынское законодательство предполагает наличие машин в любой форме, за исключением бесплатного пользования. Так называемый у нас комодат. А в остальном нет никаких обязательств по... И я уже поняла, что тут немного, конечно, мы... Мне лично кажется, я могу ошибаться, конечно, но мне кажется, что молдавское законодательство адаптировано под монополистов рынка такси. Мне кажется так, что оно создало такие условия для того, чтобы новым игрокам было выйти сложнее. То есть рынок, если грубо выражаться, он уже поделен. Между какими-то службами такси, и, в принципе, все устраивает, как бы, и все у них прекрасно, и со всеми вопросами все решено, и новому игроку выйти будет сложно, чтобы удовлетворить вот это количество запросов. Реально, но сложно. Просто Яндекс — это достаточно крупная компания, это гигант, и это компания, которая на каждом рынке, где она появлялась, она всегда выигрывала сражения с кем бы то ни было. Случались сложные ситуации в разных странах, и в Азии, и в Европе были сложные ситуации по внедрению все-таки этой службы на рынок, да, для того, чтобы она существовала, но, тем не менее, Яндекс всегда побеждал и становился такси номер один в городе, в каком бы он ни был. Поэтому я думаю, что партнеры Яндекса готовы терпеть эти все проблемы для того, чтобы все-таки работать. Ну, смотрите, вы упомянули слово «монополия», и я вот даже могу буквально, я себе сделала скриншот, прочитать новости, которые были у нас от 3 мая везде в масс-медии, что перевожу рынок такси криминально монополизирован. И тут они говорят чуть ли не о 90% монополизации рынка такси. Более того, что 4 администраторов компаний были задержаны за уклонение от уплаты налогов. А цифра, которую озвучивало государство посредством масс-медии в тот момент, в мае месяце, было 15 миллионов лей, которые они не... доложили в бюджет, да. То есть вы, наверное, когда пришли на рынок, не знали, что это прям все так запущено, да? Но про монополию вы слышали. Разумеется, я не знал точно, как бы, конкретных цифр. Я знал, что рынок поделен между какими-то группами людей, которые держат под собой большее количество всех автомобилей. И как показывает практика, в принципе, то чем мощнее у тебя конкурент, тем быстрее ты сам растешь для того, чтобы с этим конкурентом бороться на рынке. А вот если бы рынок был, скажем так, современный, транспарентный, то есть если бы здесь было большое количество игроков, между ними были бы конкурентные цены, они между собой бы боролись, повышали бы качество, уровень автомобилей, уровень водителей, работали бы с ценами, то тогда появится какой-то новой крутой службе было бы сложнее, потому что она бы появлялась на рынок, где и так все классно. И пытаться им доказать, что ты лучше, это была бы очень интересная борьба. А в нашем случае мы видим, ну, вы сами знаете проблемы кишиневских такси.
и уровень автомобилей, и уровень водителей и так далее. Поэтому нам с нашими ценами, с нашим уровнем, с нашими возможностями, мне кажется, что как бы борьба будет интересной. Вот смотрите, мы вернемся к тем 15 миллионам, которые я озвучила, которые не дошли до бюджета. Я увидела, что обязательно, чтобы получить лицензию, надо иметь вот так называемый таксометр. Этот таксометр, как я понимаю, это какой-то старый модели таксометр, который привязан к колесу, который меряет обороты, который, соответственно, в конце концов, по законодательству, описанному у нас, дает, в конце концов, чек. Я вот хочу сказать, что никогда мне никто чек не давал, и, может быть, тут призвать наших сограждан просить чеки у водителей, потому что, если мы будем более настойчивы, возможно, они будут нам давать, а если не будут давать чеки, то можно обратиться в агентство по защите прав потребителя. Но смотрите, все-таки эти таксометры, мне кажется, они не работают. Они потому не работают? Что у нас действуют цены из района в район. То есть что дают эти таксометры при ценах из района в район? Я вот недопонимаю. Об этом я и хотел сказать, что суть таксометра, вот этого старого образца, который, вот, о котором вы сейчас говорите, она, ну, это фиктивно. То есть это таксометр для того, чтобы он был, как говорится, для галочки. Что происходит? Этот таксометр отслеживает расстояние, которое проезжает автомобиль, но цена же не привязана к расстоянию. Да. То есть, следовательно, он вам выбивает чек, который будет, ну, будет фиктивным. Это просто будет бумажка, от которой нет никакого смысла, потому что она не будет привязана к реальной цене. Стоимость в старых в службах такси, не в Яндексе, да, в службах такси обычно Кишинева, она, значит, формируется, и, исходя из того, едете ли вы по району, из одного района в другой район, или из одного района в третий район, через район. То есть вы говорите район, из которого вы едете, в район, в который вы едете, и таким образом диспетчер определяет эту стоимость, потому что он понимает, что из одной зоны в другую вы платите определенную сумму. Километраж не имеет к этому ни малейшего значения. В Яндекс.Такси же все наоборот, вы платите только за проеденный за километр, который вы проехали. И со временем в городах, где, я правда не знаю, будет ли эта функция внедрена в Кишиневе, поскольку в Кишиневе нет пробок в таких масштабах, как они бывают в крупных городах. Уже, поверьте... Уже появляются? Появляются, да. Но может быть тогда, я тоже, опять же, не готов говорить как истина в последней инстанции, но есть еще некий коэффициент времени. То есть пассажир платит за километраж плюс определенный коэффициент времени, который тратится. Так что если водитель попадает в пробку, он получает еще определенную надбавку за потраченное время, даже если он не проехал километры. Вот. Следовательно, эти таксометры, скорее всего, это похоже на какую-то попытку нормализовать, значит, стандартизировать этот рынок, но эта попытка была неудачной, потому что она изначально была нелогична. Если человек не платит за километры, то да, считать зачем? Километры бессмысленно. Зачем таксометры? Вот. Ходят слухи, есть разговоры, что вроде бы будут таксометры нового образца. Ага. Которые будут отслеживать это по GPS. А когда вы не Ну вроде бы да, с начала 2018 года, вроде бы с 1 января, вот или как-то так, значит, будут внедрены новые таксометры. Это не должно отразиться для пассажиров никаким образом ни на что. Но они будут, может, дороже, чем нынешние таксометры, если они более новые. Может быть, они будут дороже, еще дороже. У такси будет претекст еще на 5 лет повысить цены, как они уже делали. Ну, я опять же не знаю. Ну, я, это мои риторические комментарии. Будут новые таксометры, которые будут отслеживать по GPS передвижение. И опять же, я не знаю, как это, в чем здесь будет появиться реальность, потому что, опять же, цены все равно зависят от этого, да. Один очень интересный вопрос, который вот я сейчас вспомнила. Я много путешествую, особенно по Западной Европе, там люди пользуются Uber'ом. И это в порядке вещей, потому что, ну, вот дешевле, довольно-таки удобно. Вот какая есть ли разница между Uber'ом и Яндексом, и почему в Молдове нету Uber'а? Или почему Яндекс не работает в Молдове с физическими лицами? Потому что, скажу для телезрителей, Uber работает с физическими лицами и позволяет этим физическим лицам, с одной стороны, иметь дополнительный заработок, а с другой стороны, позволяет клиентам выбирать альтернативу дорогим такси, да, платить меньше и все-таки быть мобильным. Какая ситуация произошла, значит, и происходит с Uber во всем мире? Значит, в крупных городах, в западных городах, в Америке, в Европе у таксиста очень высокая плата за лицензию для того, чтобы он мог лицензированно работать. Он платит, например, в Лондоне это 100 тысяч фунтов в год. То есть это огромные деньги, огромные суммы для того, чтобы он мог лицензированно работать. Следовательно, услуги такси чрезвычайно дорогие. То есть такси это прямо роскошь, да, чтобы кататься в этих городах на такси. Uber это некая такая система, которая позволяет в любой момент времени любому водителю, у которого есть автомобиль, который подключен к системе, прошел определенный этап, как бы, фильтрации, стать
своего рода тоже таксистом. То есть возможность подобрать человека и подвести его туда, куда этому человеку надо, и получить за это какое-то условное вознаграждение, которое значительно меньше и значительно дешевле, чем оплата в официальной службе такси. Каким образом это нормировано с точки зрения законодательства? Потому что Uber позволяет оплачивать карточкой, и большинство пользователей Uber, они привязывают данные карточки в приложение, после этого они садятся, значит, в автомобиль с телефона, после этого они не достают никакой кэш, никакие деньги, ни с кем. Они выходят из машины, говорят спасибо, с их карточки списывается, а на условный счет водителя в этой фирме, которая его подключила, эти деньги начисляются. В какой-то момент времени с этих денег снимаются налоги, и оставшаяся сумма передается водителю, и это будет его, скажем, гонорар, да, либо его заработок, его работа. Выглядит неплохо. Какие-то поступления в бюджет все-таки идут. Это, во-первых, поступление в бюджет. Во-вторых, это насыщение рынка, потому что таксисты все равно не могут удовлетворить весь спрос. Да? Uber позволяет удовлетворить этот спрос. И это дополнительный заработок для людей, которые хотят заработать свое свободное время. Следовательно, все как бы все довольны, все счастливы, но молдавское законодательство на данный момент оно не адаптировано под возможность таких перевозок. Почему? Потому что в молдавском законодательстве четко сказано, есть там два очень важных пункта. Пункт номер один, на машине не может быть написано такси, если она такси не является. В случае, когда вы говорили про арендованные автомобили, которые возили бесплатно, здесь же не было никакого злого умысла. Да. Они возят бесплатно. Да. Здесь нет денег, которые не учтены налоговым обложением или еще чего-то. Здесь они возят бесплатно. Но на них просто не по закону. Не по закону, что на них написано такси. А это они не такси. Денег не берут. Да. Непорядок. Можно выразиться так, да. Написано такси, а это не такси. Вот этого нельзя. То есть, и у них еще не было желтых номеров. Вот это, по-моему, тогда, проблема. Ну, по сути, это не такси. Ну, по сути, денег не берет, да. Но людей перевозят. А нельзя. Вот, это было первое. И второе, что если нет лицензии, нет желтых номеров, таксометра и прочих вот этих вот миллион факторов, то вы не можете оказывать услуги такси. На территории СНГ Uber и Яндекс объединились, кроме Украины, да, то есть за исключением Украины. На территории СНГ Uber и Яндекс являются одной компанией. Они объединили все свои активы, все свои базы автомобилей, все свои данные приложений. Правда, сейчас в Молдавии, ну, это должно быть активировано в ближайшее время, если сейчас это еще не работает, но на будущее это будет точно работать, что любой иностранец, прилетевший в Кишинев, в аэропорту или на вокзале, где бы он ни был, он откроет свое приложение Uber, закажет машину и перейдет машину Яндекс.Такси. И перейдет машина Яндекс. Да. Ну, правильно я понимаю, что Яндекс — это больше постсоветское пространство, а Uber — это больше капиталист, Западная Европа, да? Вы правильно понимаете, с одной стороны, но с другой стороны, у Яндекса есть очень такие четкие прослеживаются, значит, желания выхода в Европу, в Восточную Европу. Вполне возможно, я сейчас опять же исключительно свои догадки говорю, но вполне возможно, что Молдова — это некий плацдарм для выхода в Румынию, а может быть еще дальше в Европу. Ну, поживем, увидим. Поживем, увидим. Сейчас интересует в Молдове, что все было замечательно, поэтому ждем новостей положительных насчет молдавского бизнеса такси. И у меня вот такой вопрос к вам, ну, чисто личный. У вас есть какой-то жизненный девиз или принцип, которому вы все время соответствуете? Ну да, есть у меня такой девиз, скажем так. Я, правда, пока еще не придумал, как, или, по крайней мере, так быстро не могу придумать, как этот девиз сформулировать красиво, чтобы он звучал как фразеологизм какой-то или крылатое выражение. Но я точно, что не сдаюсь перед сложностями или трудностями, да, потому что много раз было такое. И, между прочим, в Молдове это было чаще, чем в какой-либо другой стране, потому что у меня вот в моем диджитал-агентстве у меня есть клиенты из России, из Болгарии, из Казахстана, из Молдовы, там, Румынии, Украины. Но в Молдове это было чаще всего, когда хотелось все бросить. Когда ты сталкиваешься с какой-то сложностью, ты думаешь, нет, ее невозможно решить, но ты начинаешь ее решать, она решается, идешь дальше. То есть не сдаваться и добиваться своего, я думаю, что вот такой длинно сформулированный девиз, если позволите. Ну, теперь я понимаю, почему вы приехали работать в Молдову, потому что вам нравятся трудности. Обычно все инвесторы, которым нравятся трудности, они приезжают работать в Молдову. Может быть. Неплохой девиз. Вы компания молодая, надеюсь, скоро мы будем говорить уже о конкретных результатах партнеров Яндекс в Молдове и будем радоваться тому, что такси приезжают в любую погоду и берут с нас не втридорога. И, наконец-то, что мы узнаем, как же решилась эта проблема с уклоном от уплаты налогов в остальных службах. Например, я очень горю нетерпением узнать, чем это все закончилось.
прорыла весь интернет, но ничего не нашла. Ну, поживем, увидим. Возможно, когда это все закончится, службы медиа нам об этом сообщат. Спасибо большое, Александр. Вы ответили на многие мои вопросы, которые меня мучили уже много времени. И спасибо, что были сегодня с нами. Надеемся, может быть, как-нибудь еще увидимся. Мулцумеск, шаларивидере. Аларивидере. А часто офисты миссия Бизнес Инсайдер не ведемся в тому на виторе.